Знакомьтесь, Шурик. Саша. Давайте назовем эту пару «Качок против ботаник». Да, да. Ботаник вам покажет. Так, Паша, ты качок, не посрами качков. Да, ну, сразу закручивается. Ты что, у него лютый пронатор? Как Василий хитрец. Хитрит, да? Давай ровно. Ты нечестно, судья. Ты нечестно выигрываешь. Чтобы я понял, насколько я слаб. Так, закрываем захват. Плечи параллельно столу. Закрыть захват. Пальцами не перебираем. Плечи параллельно столу. Фронтально не даем захват на центр. Оба спортсмена на фаланге. Здесь чуть кисть. Don't move. Ready, go! Ну ты видел? Видел? Есть. А вы не тот, Сан Саныч, который Низами Тагиева немножко потренировывает? Ага, вот он. Вот откуда-то. А можно на левую подержать с вами? Давайте, но... Хорошо. Я могу. Давайте, но я и вынужден буду вас выиграть. Я, как говорится, у меня травмировано, но... А я только что забил Серега. Да я вообще калишь. Самая сильная левая встала. Ты правильной стороной борешься. Не видно. Да, точно, ничего не видно. Бороться? Да. Молодец. Мизинчик. Я чувствую, скользить все выше и выше, а мне там уже не выгодно. Еще работай. У меня? Не включается. А что включилось? Это что? Да, вот это должно быть. А, хорошо, попробуй. Ты скачет. Скачет. Да, было. Черт. Отлично. У тебя как правая? Это лево. Правая. Давай посмотрим. Ты прибавил или я убавил? Я уже чувствую, я сейчас напрягаюсь, и мне уже здесь пульсировать начинает. Да. Ну я вообще в плохом состоянии сейчас, у меня короче... Давайте, Сан Саныч, может я с ним на правое посмотреть как раз? Не, я не, мы не боремся, мы работаем, а не боремся. Для контента. Ты же прибавляешь, мне просто интересно. Потому что я сейчас уставший, ты тоже. Все, стой. Да, я попробую. Ага. И скажу. И сказать, что где мое сознание? Кисть. Кисть выравнивай. Во, хорошо. Не подворачивай, ты подворачиваешь кисть. Вот так. Держи вот именно ровненько кисть. Все, поехал. Смотри, ты так. Стянул, а потом стараешься давить. Боком. А надо? Да. А тут надо все вместе. Все вместе. Вижу, что одновременно. Да. Ты одно движение делаешь, потом второе делаешь. А это надо объединить. Да, это, это как вот ребенку дают ложку, потом зачерпывать и кушать. Три движения, а надо в одно. Так же как-то синхронизируется. А вот, приучайся. Видишь, кисть не включаешь. Смотри. А на левую лучше? А, вот когда даю чуть-чуть, даю, без натяжки, кисть включается, но кисть нужно сильнее. Сильнее, да. И смотри, вот, давай, сгибай кисть. Вот так? Во, правильно, вот теперь правильно. Во. Во. А потом вместе? Да, это все вместе надо. Вот чуть-чуть, вот такое, V-образное движение. Да. Ну, смотри, ты вот сюда, ага. Локоть, видишь, и фиксируешь, и стараешься. А тебе нужно сюда сместись, Г-образно. Или диагонально. Да. Вот, или просто диагонально. Вот в таком формате. Ну, локоть контролируем. Именно ощущение. Смотри, а вот включаешь, смотри, ты все держишь хорошо, угол хорошо держишь, да? Вот, вроде натянул, держишь,
Вот. Видишь, начинаешь сгибать, ты чуть-чуть это, а потом ты просто стараешься додавить. А тебе надо вот именно вот это движение собрать. Ты делаешь так. Так. Да. А тебе нужно это все плавно соединить. Кисть. Вот, приучайся со старта ровно. Вот это. Потому что смотри, вот ты подвернул, смотри, вот ты вот стоишь вот так. А я проигрыш, да. Все. То, что у меня. Да. Все. Вот, научись, вот. Первое пошло, вот, движение локтя. Не-не, движение локтя, кисти. Вот. Во. Вот, давай. Вместе, спина. Во. Вот так вот, давай. Да. Не, я встал. Вот так вот. Я сейчас подавал. В таком формате. Кись. Но не забывай движение сюда. Ты только сюда работаешь. Ты, да, у меня как-то вот так идет. Да, ты вот стянул и стараешься. А тебе надо... Перетекание. Ты видишь, ты наработал. Это уже на автомате. Тебе нужно это вот все, вот смотри, вот то, что ты наработал, это движение, вот это нужно соединить. Теперь их. Они у тебя вот именно так. Да, как бы два движения. Два движения. И ты этим страдаешь. Ты вот натянул и зафиксировал. Паузу. А в эту паузу я тебе вообще отбросил. Да, ну, сейчас надо синхронизировать всю информацию. Вот тоже, видишь? Вот кистью. Вот. А кисть не включается. Я сейчас опять неправильно сделал? Нет, ты валишь. Такой же ботаник, как и я. Ты валишь, смотри, вот получается, ты чайник, вот чайник, чайник. Кисть не включаешь. Угу. Ботаник вас учит. Твоя задача, смотри, видишь, ты должен мою кисть по факту, вот, рычаг удлинить, свой сократить. Я постарался в одно движение сделать. Да. Вот, а ты, вот именно это одно движение, ты начинаешь вот. Именно вот это прямое. А тебе должно движение чуть-чуть, клевок, вот, чуть-чуть. Все, и работа корпусом, да. Вот. Да. Ну, больше. Вот. Да. Ты тоже видишь, обрати внимание. Ну тоже как бы. Но я езжаю, да. Дубово. Вот эти движения не соединены. Почему дубово? Вот смотри. Это здесь получается по факту принцип айкидо. Вот смотри. Вот мягкое. Оп, видишь? Пошло. Вот оно. Айкидо — это типа ты силу соперника используешь. А здесь то же самое, ты должен оп и аккуратно, рычаг. Ты, получается, свой сокращаешь и работаешь, а меня ты удлиняешь. Бежан Муратов красиво сокращает. Естественно. И этот Артур Макаров. Он Тарасайтису так сократился, просто вот здесь где-то рука Тарасайтиса. Артур молодец, я горжусь им. То, что он, как говорится, сделал. А здесь, видишь, он раскрывается. Отходишь и встал. Да. Видишь? Побороться будем с этим? Нет, блядь, я не понимаю. Да будем, они бороться. Что-то боятся тебя. Все боятся, угу. Без бутылки работает. Начинается. Тогда. На левую добить? Всегда вот так. Понимаешь, ты приходишь на секцию. Короче, все хотят тебе нахлобучить. Да. Как только ты начинаешь выигрывать, вообще никто, никому ты не интересен. Все начинают. Все, пока. Может, поборемся? Нет. Вот так вот, ребята. Я готов, Серега. Я привык к долгим нагрузкам, массажам. Это... Ну что сейчас тебе? Всю молодежь собрали, они заднюю включают. В нужный момент. Молодежь, потому что... Вань, давай это, накинемся на Серегу. На ринг. Вот, видишь, два бойца уже встали. Минус два бойца. Следующий. Молодежь. Молодец. Ты куда со спины лезешь, блядь? Я же классический боксер. Непонятно. Практически. Просто собирать. Неудобно держать. Просто не было. Я 2000 не тренируюсь. Зато периодически и стоит. И пальчики раскрываются. Мне вот равно. Неприятно, куда точку бьет. Прям... Ну вот смотри, давай вот твой выигрыш. Вот как ты давишь. Здесь я буду... Вот, видишь, оп, тоже очистить. Раскрываются. Вот он. Вот он. То же самое, смотри. Видишь? Оп. Вот. Ты давишь, при этом ты должен пальчик контролировать. Я прикажу пальцы. А ты их... Как бы через трицепс, да?
Ну вот через супинацию контролирует. Да, именно контролирует. А он не контролирует. Он не контролирует. Я вытаскиваю. Да. При этом, а если будет завязка? При этом? Не все равно. То же самое. То же самое? Давайте посмотрим. Пальчики должны работать. Да, вот такой новый скальзывание. Класс. И по максимально широкой ему. Я чувствую прям слабость. Рука. Так, это значит, допустим, типа я контролирую здесь и пальцем. Часовню тоже я развалил. Так не может быть.